В Крыму до 1 мая текущего года будет создана база домовладений, где отсутствует центральная канализация. На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях республики проводятся подворовые обходы домовладений, где отсутствует канализация и центральное водоснабжение. Власти проверяют графики вывоза нечистот и составляют единую базу таких домов. Как правило, в таких ситуациях вывозом нечистот занимаются определенные компании. Мы с коллегами на прошлой неделе отработали из Мининформа порядок работы информационной система, которая позволит каждый отдельный адрес, сколько необходимо там вывозить, графики вывоза, кто может это осуществлять. Коллеги обещают до 12 апреля данную информационную систему разработать. В свою очередь, внутри своего бюджета министерства мы нашли определенные суммы, необходимые для обеспечения, для выполнения данных мероприятий. Поэтому мы движемся. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил составить перечень всех домовладений, которые пользуются этой услугой, и контролировать незаконные вывозы и сливы отходов.